Большие парни. Как дела? Нормально. Привет. Виновник торжества. Здорово. Как дела? Нормально. Как сам? Ничего. Спасибо большое. Молодец. Я сам вообще. Молодец. Завтра забираю их из дома. Ну, сейчас все расскажу. Поехали потихоньку. Спасибо, что привет. Мы уже не видим, что туда до Америки. Да, увидимся там бэкстейдж. Как дела? Нормально. Живу. Устал? Маленький. Спали вчера мало. Поспал 6 часов. Сегодня, прошлой ночью. Слушай, ну за полчаса, я думаю, доберемся. Просто, блин, пробки так-то не очень далеко. Многих интересует вопрос, как ты до сих пор умудряешься хорошо разговаривать на русском языке и почему ты его не забываешь? Где ты тренируешь свой русский язык? У меня же лучший друг Ян Капелюс. Ян, привет. Мы тренируемся уже пару лет вместе. Я хочу сказать большое спасибо, Яна, очень-очень классный тренинг, партнер. Это мне помогает, это мне ничего не надо делать, просто я работаю, да, он мне просто веса дает там. По-русски разговариваем, это, конечно, хорошо, никто нас не понимает. 8. 9. Еще 3. Давай. Еще 2. Последний. Маленько язык расслабился. Но так, все равно не так, как которые здесь всю жизнь провели. Ну, нормально, думаю. Шла Саша по шоссе и сосала сушку, только быстро. Давай. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Смеетесь, наверное. Нет, нормально было. Я махнул, ты начинай, хорошо? Привет всем российским фанатам, это Денис Ворф. Мы тренируем себе ноги с Андреем Скорным. Задавайте вопросы, я постараюсь на все ответить. День добрый, дорогие друзья! Наконец-то по московским пробкам мы доехали в Gold Gym. Немножко по дороге уже поговорили. Доехали потренировать ноги маленько, как ты любишь говорить. Вот. И, кстати, начали с бицепса бедра. Да? Да. Почему? Это у меня как отстающая группа мышц была всегда. И поэтому я всегда начинаю только с отстающими. Всегда, даже когда вот ноги качаешь, всегда начинаешь с бицепса бедра? Да. Интересно. И когда я на подготовку, я разделяю, ага. Один день то делаю, один день то. Ты постоянно в перелетах, переездах, немножко как бы не максимально потренируемся, да, но проработаем и бицепс, бедра, и квадрицепс. Делаешь ли ты паузу в конце вот здесь?
Бывают такие тренировки, когда я 2 секунды держу, 5-10 секунд держу. Это смотря в каком, как, я в межсезонье или подготовке. Подготовке я больше такого концентрированного. Концентрированно, да, чтобы как, прокачать больше, напрягать. Это самое главное. Я заметил, Денис, когда к тебе приезжает Денис Джеймс, он любитель сверхмедленного тренинга, да? Ты, я заметил, так грамотно делаешь, иногда его зовешь к себе. То есть тренируешься всегда по привычной системе, да? Но иногда вот пользуешься его методами. Как все знают, Денис Джеймс, мы хорошие друзья. Или он ко мне всегда приезжает в Вегас, или я в Феникс ездил. Почти всегда это происходит в подготовке. Просто какой-то шок сделать. Взбодрить, да, мышцы. Потому что мышцы тоже привыкают к одному типу тренировки. Поэтому это, думаю, очень важно иногда менять что-то. Может быть, на недельку, там, чтобы хорошо прокачать, чтобы как-то по-другому себя чувствовать. Денис Джеймс сам тренируется всегда в таком стиле? Потому что вот все ролики с ним, он всегда там, да, вот биграми, я смотрю, он, у него каждая тренировка сверхмедленная. В последнее время он так всегда тренируется. Раньше я тоже тренировался, когда вот мы тоже вместе в Кувейте и все. Такой же стиль, как я, и такой, мы как, он всегда меняет. За последние года у тебя бицепс бедра очень видно на сцене, что он у тебя спрогрессировал. Ты считаешь, что это... Ну, как Дениса Джеймса. Да? Да. Ты лучше чувствовать начал его, да? Да. Это просто вот, как я говорю, надо научиться на каждой тренировке. Отключить вообще вес, неважно, да, самое вес главное. Вот ты, к примеру, в весе, так скажем, за последние там года в рабочем весе не сильно спрогрессировал, да? Или вообще не спрогрессировал? Не, я то же самое, да? 4 просто... года один и тот же вес почти двигаю. Зато ты как изменился, да? Вот ты, я думаю, реальный пример того, да, что лучше чувствовать, чем больше поднимать. Правильно. Ты по сколько раз делаешь? 12, да. А на перед бедра, вот если приседаешь? Ну, тоже стараюсь 10-12 делать. На подготовке, если мне что-то не нравится, если ноги не глубокие, я делаю 15. Ты себе недавно добавил татуировку, да? Ну, в декабре. Перед Арнольдом, да, еще? Просто никто не заметил, да. Еще планируешь? Может быть, не знаю. Затягивает? Ну, конечно, да. Я люблю такое. У меня же тоже жена, у него почти вся рука уже. Да, у тебя уже нет. Мне просто нравится такое. Я думаю, это тоже как, если ты бодибилдер, это какое-то искусство. Да. И также вот это, думаю, тоже затягивает. Я люблю это просто. Следующее по счету упражнение, второе, опять-таки на бицепс бедра. Ну, всеми вами известное по предыдущему выпуску лежа сгибание на бицепс бедра. Следующее упражнение уже будет на квадрицепс. Но здесь уже интересная нагрузка, да, потому что бицепс бедра уже у нас подустал. И он часть нагрузки с квадрицепса тоже будет забирать, в принципе, да? Какие особенности в этом упражнении, Денис, на что ты обращаешь внимание? Ну, обращаю внимание, чтобы все напрягать. Как? Ты начинаешь движение до конца, помедленнее опускать. Помедленнее опускать. Как? Двигать обратно маленько побыстрее, и все. Да, у многих ошибка, я думаю, быстро отпускают. Да, теряют, они как-то бросают, и все. Теряют нагрузку. Можно что-нибудь повредить. А так, в период подготовки, когда ты делишь на квадрицепс и бицепс бедра, у тебя по сколько упражнений на то и на то? Получается, на бицепс бедра 4 упражнения, самого мало, смотря, ну как, больше же все равно не сделаешь. На квадрицепс получается тоже 4 и, может быть, потом еще пару шагов делаем. 6, 7, 8, 9, 10. Раз,
два. Вот сейчас я один тренировался, даже как-то не считаю, там, сколько я сделал. Привыкаешь бы, да? Я тоже думаю, вот, если надо тебе считать, помогает это. Ты очень хорошо добавил спине, да? Я слышал, что тоже благодаря отчасти Деннису Джеймсу, да? Вот. Что вот основные принципы назови, почему спрогрессировала? Что ты новое понял в тренировке? Ну, понятно, что лучше чувствовать, да? Но, может быть, какие-то порядок упражнений, что-нибудь более конкретное? Я начинаю, например, тянуть сверху вот таким грифом. Ты имеешь в виду нижний отдел широчайших? Да. Но люди думают, если так тянуть, ты назад наклоняешься и просто тянешься. Это не в том дело, надо прямо сидеть. Ну, это работает другая, как отделение спины. Угу. Если ты просто тянешь обратно вот так, я думаю, даже не чувствуешь ничего. Раньше так тренировался. А если вот, пусть люди даже попробуют, сядут прямо и просто вниз, ниже груди тянут и держат на пару секунд. Потом опять опускаю, поднимаю опять. Полезный совет. Стараюсь тоже подтягиваться. Не свободно. Не свободно, а на тренажере. Потому что там можно больше напрячь, там можешь больше подержать, там как-то. Да. Если там сильно тяжело, можешь там весу подбавить, чтобы легче было. И можно как. Ты же на сцене тоже напрягаешь. И также вот этот тренажер. Это очень помогает. Так, мы переходим. Следующее упражнение на перед бедра, разминка, это очень важно, потому что это самое главное, потому что если один раз что-то повредишь, то сильно-сильно долго длится, пока все восстановишь. Всегда начинаю с пустым грифом, если я ноги разделяю, то я разминаюсь на велосипеде маленько, пару минут, чтобы вся жидкость маленько начала двигаться в коленах. Там. У нас врач там в Германии есть. Я его с первого дня, как я на сцену выходил, всем советовал разминка, самое-самое главное. Не надо там какие-то веса еще. На велосипеде маленько разомнуться, даже без тяжелого, не быстро, ничего не надо, просто чтобы пошевелиться просто пару минут. Да, это самое главное. И потом никаких проблем не будет. Ну, как говорится, маленько разомнулись. Маленько. И маленько добавим вес. И маленько добавляем. И маленько дальше делаем. Денис, еще я заметил, что преимущественно все топовые атлеты в конце, когда привстали, до конца не выключают. То есть мышцы всегда напряжены, да, у вас? Даже когда большой вес уже, да? Как мышцы же растягиваются, да. Потом поднимаешься вверх, они же еще напряженные. А если колено вот прямо делаешь, они уже нагрузка ушла, да. Ушла. Они сильно расслаблены, и когда опять идешь вниз, это сильно давит на колени. И на мышцы, на связки. Очень опасно. Ага. То есть, как бы, ты вообще никогда не практикуешь вот выключение, да? Нет. От веса они же все равно, вес же давит. Вот это... А когда выпрямляешь, уже такой нагрузки нет. Вот это очень полезный совет, потому что многие, да, даже я, да, скажу, что когда хочется побольше навесить, да? Он, как, отдыхаешь. Ну вверху, да, ты немножко отдохнул. Да. А я стараюсь. Только вот иногда бывает, конечно, я вообще встану и отдыхаю, а потом еще делаю. Но когда я это делаю, это сильно большой вес, но я потом, когда вниз иду, стараюсь как-то нагрузку... Больше сконцентрироваться на работе на колени, да, потому что... Я тебя понял. Я всегда говорю, одна ошибка может будет быть конец карьеры. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два. Еще знаешь, у многих ошибка. Они кладут штангу либо слишком высоко,
тогда их заламывают, да, вперед. Да. Либо слишком вниз, тогда больше работает вот эта поясница, да, они держат. Многие, даже словики, когда они приседают, они идут спиной. Да, да. А, вперед. А у меня только ноги работают, спина на себя прямая. И у меня... Но это зависит еще от растяжки. Вот чтобы. Ну, да. А у меня проблем никогда не было. Вот. Я как-то всегда растянутый, может быть. Потому что раньше шпагат у меня вот такой. А, это тоже генетика, думаю. Ты сейчас тоже растягиваешься, да? Да. Это обязательно. Раньше как у многих бодибилдеров такое мнение. Если я шевелиться не могу, значит я большой. Это да. Я чувствую уже все, оно все мешает. Это плохо. Я лучше шевелюсь как нормальный. Да, 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 да. Ну, выгляжу как чемпион. Все на топ Олимпии, они все очень гибкие и растянутые. Mm-hmm. И все вот это забитые, а-ля Маркус Рул, там, они... Грег Ковач, они сразу, во-первых, риск травмироваться больше. Очень большой. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два. Ты смотрел уже Generation Iron? Ну, я в кино уже был на премьере. А, у вас же в кино, а у нас же не было этого в кино. У нас только. Ну, я видел на везде уже в интернете. Все равно только смотрел. Да? Что-то не то, да? Так половина. Половина половины. Да, да, половина, да. Половина ничтяк, половина думаешь, что-то дрянь. Как-то общего сюжета особо нет, да? Мне очень, как бы, не очень понравилось, что там Фил представлен как, типа, вот, у меня все есть, а Кай Грин, у меня ничего нет, я такой, что, ну, это тоже неправда. Ну, это же как, даже шоу, у Кай Грина все есть, его дом есть, все есть. Ну, конечно. Представьте, сколько это... он зарабатывает, как... Ну, конечно, о чем... Как я хочу... И вот это его вечная квартиру маленькую показывает, ну, зачем это? Я не знаю, для чего это вообще. Просто они, он давит на это. Многие в это верят. Многие верят. Думают, что он такой классный, один живет. Ну, раньше он, наверное, там жил, когда денег не было, когда еще, не знаю, чем-то другим. Да и потом, это как бы, даже если он так живет, это не то, что его плюс, это его минус. Значит, он не умеет заработать как бы себе на жизнь, наверное, да? Два. Раз. И последний. Ба. Здесь по 20 делаешь? Так же? Так же, но если легко, я так 15 делаю. 20 никогда не делаю. 20 это не так хорошо для массы. Ага. Здесь ты уже поуже ставишь, да, ноги? Пошире-то как-то неудобно. Я просто смотрю, чтобы удобно было. Всегда она как плечи. Тоже в конце не разгибаешь до конца, да? Легко? Пойдет. Денис, что скажешь насчет амплитуды? Вот многие делают в жиме укороченную, знаешь, вот как бы вот только, ага, чтобы выжать, ага, и побольше ставят. Ты же делаешь как бы чуть побольше, да, так? Ну, так же стараюсь, чтобы как до конца почти опустить, но чтобы на пузо не давить не сильно. Чем длиннее движение, тем лучше, потому что даже разгибать. Больше, а если только половину делаешь, это же... Легче готовиться, когда ты готовишься летом на осень, либо вот на весну, когда ты зимой готовишься. Или, ну, в Лас-Вегасе все. В Лас-Вегасе мне даже летом больше нравится. Да? Потому что я прихожу домой, поем, сразу в бассейн прыгаю, ага, чтобы отдохнуть так. Это очень приятно. Класс.
А зимой все равно холодно. Зимой тоже в Вегасе холодно, это пустыня. А бассейн-то можно разогреть, но вода теплая, а вылазить же надо. Тоже холодно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Денис, пришло миллион сообщений, и не все, кстати, вопросы, очень много просто пишут тебе хорошие слова, добрые, да, все ждут и тебя еще и еще раз в России, все желают тебе в этом году победить на Олимпии и так далее. Спасибо, Светлана, большое спасибо. У тебя очень много фанатов действительно здесь, и не забывай про нас, заезжай почаще. Не, попробуй еще приехать, да, конечно. Обязательно приезжай. Ну, давай по вопросам быстро так пройдемся. Проблема с бицепсом бедра, какие на ваш самые продуктивные упражнения, или же это вопрос генетики? Ну, над генетикой можно поработать, просто надо чувствовать мышцы, которые тренируешь. В приоритет ставить, да? Приоритет, вот да. Не вес, а самое главное чувство. И упражнения, мои любимые, вот, сидя, лежа и тяга, становая тяга на прямых ногах. Да. Как сделать специализацию на спину? Если хорошо тренируешь спину, например, полтора часа, один раз в неделю, это вполне достаточно. Мускулы, мышцы растут, когда они отдыхают, не когда их тренируешь. Поэтому им тоже надо отдыхать. Просто я бы посоветовал те мышцы, которые отстают, их тогда тренировать, когда перед, как, или так сказать. После которого день отдыха. Да, после которого день отдыха. Это очень важно, чтобы они восстановились побыстрее, и это помогает. Денис, кто, на твой взгляд, лучший бодибилдер всех времен? Шварценеггер и Кольман. Ну, у меня многие любимые как спортсмены, которые даже Мистер Олимпий не выиграли, но это мое мнение. Вот у Дориана Йейтса мне нравилась жесткость. Потому что он, когда на сцену выходил, сразу было видно, что он в себя уверен. И когда его в натуре так видишь на сцене, он просто как... Это было только вау. Все. А так у меня Кольман, Флекс, Уилла, Леврон, Деннис Джеймс. Кто еще? Ну, многие, многие. Я бы, может быть, 10-15 назвал. Были ли у тебя когда-нибудь серьезные травмы? Да, колено было, воспаление. Почти год восстанавливался. Просто я не мог тренировать ноги. Каждый раз, вот, когда чувствовал, что все почти прошло, начинал опять эта штука получалась. И пришлось, что... Я почти год сильно легко тренировался. Я ничего не принимал, просто я хотел, чтобы все отдохнуло. И мне, думаю, тоже повезло с этим. Все хорошо восстановилось, и с тех пор проблем не было. Но я слежу за этим, чтобы все правильно делать и хорошо разминаться перед тренировкой. Насколько сильно различаются тренировки в межсезон и в период сушки у тебя? Просто больше подходов делаю. На сушке? Сушки и больше упражнений. Тоже такой интересный вопрос. 5 принципов набора мышечной массы. Много спать, хорошо есть, хорошее питание. Ну, режим очень-очень важный. Ну да, отдых, например. Тренировка должна 100% идти без... Как? Если полтора часа тренируешься, отдых должен быть каждый раз один и тот же. Между подходами, например, стараться тяжело тренироваться. Поддержка – это очень главное. Например, семья, жена, подруга должна поддерживать, как моя жена. Это самое-самое, которое очень помогает. Даже ментальность меняется, знаешь, это очень-очень важно. Денис, вы счастливый человек? Я думаю, да.
А одного титула не хватает для полного счастья, да? Да. Чувствует ли Денис нашу поддержку? Да. Даже на ФИБУ в Германии вот две недели назад был, там даже с России многие приезжали. Это очень приятно. Спасибо. А чего, на ваш взгляд, не хватает российскому бодибилдингу? Я просто скажу, это американский спорт вида. Просто там уже долго, много денег в этом бизнесе, может, из-за этого. Но я как вижу, здесь уже развивается, и очень хорошо даже. Ну, пару лет еще, и потом будет уровень большой, высокий, извините. Какой объем руки? Сейчас не знаю, может быть, мало. А когда мерили, я не знаю, вот перед соревнованием, пару дней перед Олимпией, не знаю в каком году, вроде 56 было, в сухом виде, а на массе даже не знаю. Из спортивного питания что ты всегда используешь? Вот тоже 5 продуктов, которые наиболее важны. Изолат, Whey, аминокислоты, BCA, Витарго. Мне нравится, но не всегда это принимаю, как, смотря как, у меня как, я разделяю это, как, межсезон, подготовка, у меня маленько по-разному. А что еще, pre-workout не люблю, я чувствую себя плохо, а остальное, все виды аминокислот и протеина, это больше, по-моему, ничего не надо. Витамины, минералы всегда? Это всегда. Витамины, минералы у меня, это считается нормальной пищей. Омега-3 очень важно. Что ты еще из таких препаратов для здоровья делаешь? Может быть, что-то для печени, для пищеварения? Ну, печень, для печени я всегда принимаю milk thistle, это как переведи на русский. Это просто помогает очищаться как-то. Ты всегда принимаешь? Да, всегда. Ага. Потому что печень – это один у нас орган. Работающий. Да. Если его повредишь, то, смотря какой анализ делаешь, это очень важно. А для почек делать. Ничего? Для почек у меня специальный продукт есть, тоже помогает нормально как работы почек. Потому тоже, что, знаешь, все... да, когда подготовка, много белка, это нагрузка. Да, это всегда накладывается на почки. Даже любой врач себе скажет, ты много протеина ешь, всегда будет какая-то накладка, потому что организм не так у нас настроен, чтобы у нас мы 3 грамма протеина на килограмм веса принимали. Ну, это я стараюсь вот для печени и для почек все натуральное, растительное. Да. Не химическое, угу. Очень важно. Печень, почки обсудили, пищеварение тоже что-то, энзимы? Энзимы я принимаю иногда. Только если я сильно много начинаю вот мяса кушать, это же получается для пищеварения много кислоты надо, чтобы переварить. И потом получается такая отрыжка, и я принимаю тогда, в это время, чтобы без проблем было, чтобы живот не болел, все переваривалось нормально. А, вот есть вопрос, какое самое любимое блюдо? Блюдо? Вообще, да. Ой-ой-ой. Пельмени. Опа, вот так вот. Вареники. Раньше я вареники ненавидел, да? А как-то сейчас... Хорошая дело. Не знаю, наверное, сильно отвык. Денис, ну, спасибо тебе огромное, что заехал, что вместе немножко потренировались. Очень приятно было. Не немножко, а я бы даже сказал маленько потренировались. Спасибо. Пожалуйста.